Добрый день, Равиль Хазрат. Александр Табрыч, «Вестник Кавказа». Вспомните самый первый конкурс международных чтецов Корана, каким вы его представляли, и довольны ли вы достигшим результатом вот по истечении 10 лет? Вы знаете, в начале московский конкурс чтецов Корана был задуман нами для того, чтобы мы начали серьезно пропагандировать духовные ценности ислама на основе Слова Божьего, Слова Аллаха, Священного Корана. Мы начали пропаганду, мы начали просвещение, мы начали, конечно же, привлекать широких масс, не только мусульман, но и представителей других религий. И тем самым вызвали большой интерес. Наш московский фестиваль чтецов Корана превратился в международный конкурс чтецов Корана. И начиная с 4-го года проведения нашего конкурса чтецов Корана, мы начали приглашать уже не только чтецов, лучших чтецов Корана из регионов Российской Федерации, мы также начали приглашать и зарубежных участников. Сегодня мы можем сказать, 11-й международный московский конкурс чтецов Корана приобрел не только общероссийское значение, но и значение мирового масштаба, так как география нашего конкурса охватывает не только евразийское пространство, а охватывает и Европу, и Азию, и Африку, и американский континент. Таким образом, в этом году, даже если назвать членов жюри, они представлены разными континентами и своими лучшими чтецами Корана. В этом году среди наших членов жюри лучшие знатоки из Бахрейна, из Арабской Республики Египет, из Турецкой Республики, из Соединенных Штатов Америки, из Российской Федерации. Но в то же время хочу сказать, мы гордимся тем, что среди знатоков Корана, которые знают наизусть, которые великолепно владеют чтением по таджвиду и великолепными голосами, наши российские чтецы Корана. И на протяжении нескольких лет из Северного Кавказа, из Республики Дагестан получали призовые места наши чтецы. И поэтому я думаю, наши молодые чтецы Корана из Северного Кавказа, они и в будущем будут заинтересованы в показе своего умения чтения Священного Корана, преподносения своим прекрасным голосом аудитории чтения Священного Корана. Я сегодня поздравляю москвичей, поздравляю россиян, поздравляю всех мусульман мира, так как в Москве проводится праздник Корана. Это истинный праздник, который распространяет мир, который распространяет дружбу, взаимопонимание между народами и между религиями. С праздником! Спасибо.